responsibility, personal responsibility. Confine me, let me be the lesser of a beautiful man without the blood on his hands. Come and make me a martyr, come and break my feeling with your violence, with a gun in my head. Ready to take, ready to take, ready to take, ready to take out anyone, anywhere, anyone, anywhere, anyone, anywhere, anyone, anywhere, anyone, anywhere. Black holes living in the side of your face, razor wire spinning around your head. Responsibility, personal, responsibility, personal.
bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the Sure.
Доброго времени суток всем, дорогие друзья. С вами Каспер и Инмейт. Сейчас Инмейт что-то поговорит. Что-нибудь поговорим, раз, два, три. Да. В общем, мы начинаем смотреть игру Маус Спортс против Зенит. Блэк, Синдерен, Фата, Пас и Койква против Айс, 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 X Freedom, X, Y, Яматех и просто Айс. У них есть Айс и апнутый, ну, грейдженный Айс, Айс, Айс. НВП. Яматех, я понимаю. Да. Ну, в общем, вот у нас турнирная таблица. Это у нас матч группы А. У меня, кстати, почему-то опять Wildcard стоит. Непонятно почему, потому что тут должен быть матч Rattlesnake. Вот вам, собственно говоря, табличка. Вот она, да. Вот они Маус, вот они Зенит. Наверное, самая неопределенная игра первого тура. Ну, такие ребята, да, на самом деле собрались, что одни могут показать интересную доту, и вторые могут показать интересную доту. И мы уже видим алхимиста у Зенит, который будет выфармливать 6 слотов за 20 минут, и лайфстиллер для Блэка. Это Infest Bomb, также Визаж к ним доехал. И в банах у нас тоже интересные герои. Посмотри, ушел Разор первым же баном. Да, Разор первым баном — это, конечно, очень сильно. И, видимо, этот товарищ, вот тот самый герой, про которых мы вспоминали, один из тех героев, о которых мы вспоминали перед Интернешналом, что «А вы в курсе, что вот начнется Инт, и мы увидим какие-то вот заготовки?» Его забанили, поэтому насчет заготовки не знаю. Но, то есть, что-то почему-то он их смущает, а почему-то они его забанили. То есть, либо мы что-то не знаем про Маус Спортс, либо какая-то еще будет задумочка от Зенит. Возможно, опять же, Лондруид заедет. Он не в бане, не в пике. И как бы мы знаем такую тягу некоторых азиатских команд и играть через там 2-3 стронг хардкерри, которые будут фармить 60 минут до победного. Так. Ну и, кстати, против Маус Спортс это может заехать, потому что они тоже любят пофармить. Вроде у нас все отлично, вроде всех слышно хорошо. Да, друзья, мы читаем чат на Твиче. У нас там сидят жесткие админы, которые будут всех банить. Всех банить, да, также не забываем про хэштег t3ru. Да, t3ru, вот так, пишите в Твиттере t3ru, да. без пробелов, да, без ничего, да, естественно. Именно вот t3ru я буду почитывать. Вот так вот, если отлично. Что-то интересное. Ну, просто остальные хэштеги я даже не открывал. Там дальше особо читать нечего. Понятно, что есть общий хэштег TI3, но он больше от англоязычный. Да. А тут именно вот такой наш домашний, уютный хэштег. Да, ну касательно пиков. Маус Спортс забирает лайфстиллера, и вот с этим лайфстиллером, конечно, много вопросов возникает, потому что некоторые команды его вообще не считают за героя, как мы видели вчера. Да и я тоже. Но вот почему не ты не считаешь его хорошим героем? Ну потому что героем? Он как-то, вот, знаешь, его очень легко раскатить. Это вот, если вдруг неожиданно саппорты противника умеют уфармливать какие-то итемы, то есть фиксим, что там у алхимика появится за один слот меньше, а если вся команда будет иметь возможность убежать. То есть они купят себе быстренько какой-нибудь госскиптер, форставчик, что-нибудь такое, и лайфстиллеру просто не дадут возможности кого-то вгрызть, кого-то съесть. То есть даже, допустим, парень там с форстафом стоит, на него нападают, там станет, что он не может сам себя вытолкать, кто-то из команды тоже соберет форстаф и просто увезет друга. Ну вот, сейчас посмотрим. Интересные, кстати, баны у Маузов, бан Тинкера, видимо, тоже они готовы к Зенитам. Ну, на самом деле, я практически уверен, что каждая команда, как только был сделан драфт по группам, моментально сделала какие-то там выписки, или они были, возможно, сделаны заранее, просто по всем командам, как и только просто они увидели... половину да, вычеркнули, сразу... второй половиной стали работать. Именно, то есть, так что, мне кажется, тут действительно... Ну, кстати, посмотри, уже есть неплохая связочка Алхимик Дарсир на будущий такой гейм, когда Дарсир стягивает туда баночка Алхимика, по всей команде будет входить, а дэмэджа она вписывает под минус армором. Ну, вы сами прекрасно понимаете, полстолба бывает отрывает. Ну, вот мы видели вчера подобную тему со Свеном и Дарксиром, там тоже неплохо как получалось. Да, ну просто именно срабатывались плохо, а задумка-то она отличная. Да, задумка действительно крутая. Потому что АОЕ Дарксира, она вот как бы не самая большая по таким вот стягивающим эффектам. Где-то на уровне Black Hole, Reverse Polarity. Да, ну вот... Сразу напишу людям по поводу того, что у нас будет еще сегодня. Вот вам показываю анонсик. Маус Зенит матч идет прямо сейчас. Дальше у нас будет Альянс против LGD International. После этого матча Маус, Натус, Винцере. И дальше Альянс Invictus Gaming. И это еще не все. Будет еще две вроде игры. Да, вроде всего у нас по 6 матчей. Ну, понятное дело, не влазит больше. В общем, будет жара. У нас на этом канале чуть ли не лучшая, наверное, линейка матчей в плане зрелищности, надеюсь, тоже будет именно так.
Ну и поехали дальше. Пак для Фаты в мид. И очень грамотно, что именно Пак, это тот парень, который центрирует противника и... Тут уже форстафом не спасешься, как бы надо выталкивать всех. Это вот очень грамотные пики. Вот, но и Бэйн против лайфстиллера берется тоже очень хороший герой. Да, мешок на голову или ульта, и минус герой. Ну вот с этим Бэйном, конечно, тоже надо будет что-то придумать. Но есть Пак, опять же, у Пака, скажем, не нужно быть супер точным пацаном для того, чтобы Паком попасть в Бэйна. Главное иметь даггер и просто вовремя влететь. Вот если, опять же, учитывая, что это азиатская команда, не исключено быстрое появление БКБ у этого самого Бэйна. Да, тогда сбивать будет нечем. Если будет БКБ, то тогда нужно что-то другое придумать. Вообще вот с появлением Бэйна можно, мне кажется, просто пикти Вингу, который будет стоять и подкарауливать его. Ну просто Бэйн же будет стоять с одной стороны, а Винга вынуждена будет подходить почти, Кавабанга, почти близко. Кавабанга такая, сунчак в ему и поехала. Ну вот сейчас посмотрим. Вообще, мне вчера понравился, достаточно грамотно сделали с пиком Бистмастера. Секунду, я просто понял суть пика Зенит. Пик фиолетовых героев. Точно, кстати. Я вот герой сижу, с фиолетовым вот, фоном. Просто вот смотрится они. Или сами фиолетовые. Да, ну алхимик просто нижний, не очень фиолетовый. Кто у нас еще остался фиолетовый? Ну, Рикимару. Рикимару, Вичдоктор. Инвокер, Шадоу Демон, Спектра. Войд. Вот почему Тинкер за баней, у меня тоже фиолетовый фон. Так, Рубик, отлично, вот пакет себе забирают. Потому что тяжело не спереть ульту Бэйна, которая коснулась. Да. Если уж вы ее не сбиваете, так вы ее хотя бы себе можете забрать и убрать с вражеского керри-героя. Ну тут в этом как бы да и весь прикол, потому что это не ульт Энигмы, который вас может засосать. Вряд ли Бэйн будет сосать именно вас. Ну как бы да, то есть Энигма еще может как-то случайно Рубика зацепить, да, если да, он да, неудобно стоит. Да, а тут как бы соло-таргет спелл, поэтому действительно украсть его просто за милую душу можно. А тем более против алхимика этот же Финсгрип будет просто шикарен. Вполне. Любой спелл Бэйна, он вообще априори классный. Что брейнсап с чистым дэмэджем, который как там у нас уменьшение здоровья, ничем не резистится. Да, друзья, это матч у нас Best of 2. То есть тут возможен счет 1-1. То есть тут возможен ничейный счет, и каждая команда будет стараться воевать до конца, потому что каждая карта в групповом этапе будет влиять. Да, это ровно одно очко. У вас суммарно будет 14 игр в группе, и первые 4 выйдут виннера. Последние 4 в лузера. Тут пишут, что в Dota TV звук упал. Ну, может быть, все может быть. Я вот сейчас выключу-включу. А после игры мы тоже все проверим. Не волнуйтесь, друзья, это все, опять же, первые пару дней практически в тестовом режиме находится. Потом подфиксить. Ну, кстати, вот смотри, взяли Широка, такой тоже полуфиолетовый парень. И вот отличная связка. Сон, стан, еще и алхимик. Сверху трипла, конечно, будет убийственная. Дарсир, который может пойти помешать лайфстиллеру, может пойти в лес, то есть выфармить шмоки. И остался мид-герой, поэтому, собственно, тепларочку и убрали. Ну, теперь остался последний бан. Да, вот на антимаг, боятся еще одного фармилу. Почему? Why? Не знаю. Видимо, подозревают, что с визажом или рубиком они могут пойти могут в карт. Могут триплу пойти, да. Да, и поэтому хотят себе взять еще одного фармилу. Ну, посмотрим. Мне кажется, что это будет какой-то герой, который с костами сможет быстро помочь по игре. Может быть, гирокоптер какой-то сейчас заедет для Блэка? Нет, это вполне возможно, что будет второй фармила. Как бы мы знаем, что Синдерен это умеет делать, это умеет пикать. Но все-таки. Ну, Лондруид сюда отлично вписывается. Вот лично мое мнение, потому что вот тоже Дарсир ему не особо мешает, если даже будет стоять на лайне. Хотя, блин, вот идти триплой с визажом, с Рубиком, Ластилером, это, конечно, хорошо, но там уж очень сильный трипл с Лишачком, Бэйном. Там, да, там хорошие станы, очень мощные станы, вот нападаешь и того же Рубика будут на разбирать. Рубика нападаешь, и засейвить нечем. Абсолютно нечем засейвить. То есть сам Рубик, он хотя бы там подкинуть, как-то уронить может грамотно, но если нападают на самого Рубика, тут без вариантов. Да, в то время как у команды Зенит там просто три героя, которые способны засейвиться, как так бы, как да, там да, вот да, станы причем, есть, слить. Причем, если они нападают на Рубика, они могут кого-то попытаться у них забрать, например, того же Лишачка просто вгрызться в него. Но тогда, о, вот, второй фармил, Бонник доехал, отлично. Вот, опять же, герои, которых мы не видели в течение года почти никогда. И в первой же игре на Интернешнале они появляются. Вчера появились, сегодня. Да, ну что ж, посмотрим, будет ли результативным этот Бонник. Вчера он был старался, он потел, он да. Все круто, да, но... Ну просто не хватило. Одного не Бонника было недостаточно, была. Потому что Бонник был один, а там был Вивер... Кто у них там еще был? У них было три героя. ДК. Воу-воу! Вот только вчера у тебя в паблике Зенит обсуждали, что будет Сикер типа говно герой, что он плохо фармит лес и так далее и тому подобное. Там я читал, ребята такую забавную аналитику разводили. И вот он, первая игра Интернешнл. Будет Сикер.
Блудсикер, после фикса ульта, когда ему сделали его пьюр дэмэджем, то есть теперь ульт Блудсикера, ну, очень это много что, урона наносит. Это что, наиграть на будет сам товарищ Яматех? Да, так, сейчас я включу. Я бы на самом деле поставил на нем фоллоу и уже бы никуда не убирал. В общем, погнали, друзья. Команда Mousesports. Синдрен играет нас на Рубике. Блэк, Клинкс, Фата у нас на Паке. Пас, Визейдж. И лайфстиллер у нас Койква. Вот он, собственно говоря, убегает. Дальше у нас что? Дальше у нас команда Зенит. Айс на Алхимике. Просто Айс на Лишраке. Фридом у нас играет на Бэйне. НВП. Это у нас Яматех, вроде как, да, так играет на Бладсикере. Ну и XY на Дарксире в сложной. В миде у нас будет стоять БС против Пака. Да, тут пишет, да, теперь все будут болеть за Зенит, потому что они пикнули Блудсикера. Да так и будет, друзья. Как минимум буду я болеть. И опять же, в центре у него есть Сайленс, с помощью которого он изи может убивать Пака. Ульта, которая пробивает тот же самый БКБ, то есть он может там загонять на Айкса куда-нибудь. Ну, куда-нибудь может изи загонять. И, кстати, судя по крикам, на первом стриме тоже веселье в самом разгаре. У нас сегодня наш нештатный аналитик, и штатный аналитик в том числе, Лос, присоединился к товарищу Вилату. Поэтому есть...